После белого халата горняцкая куртка. От помощи пациентам больницы к работе с тяжелогрузами. Так кардинально однажды можно изменить трудовой путь. Сегодня наш сюжет о лучших в горняцкой профессии посвящен машинисту мостового крана Марине Дегтяревой. Вентиляционный ствол 3 на Кировском руднике – основное рабочее место Марины Дегтяревой. А потечанка работает на кране. Несмотря на отсутствие страха высоты, свое первое знакомство с этой громадиной и легкий шок от работы внутри конструкции помнит до сих пор. Первый день у меня был шокирующий. Но мне очень повезло с наставником, с инструктором, который меня обучали. И первый мой день оказался на 250-тонном кране. Это, в принципе, самый грузоподъемный кран у нас здесь в комбинате. И мне понравилось с первого же раза. Сменила профессию медсестры на машиниста крана Марина Леонидовна легко. Дольше к новому жизненному повороту привыкала семья. И хотя на предприятии практически все крановщицы – женщины, даже мужчины признают, эту профессию освоить непросто. Не каждой девушке удастся работать доброкачественно на этом кране, потому что все приходит с опытом. Почти 18 лет Марина Дегтярева день за днем, смена за сменой погружалась в тонкости профессии. А 3 года назад она обучилась работе на этом исполине грузоподъемностью 60 тонн фирмы «Технорос». Мостовой электрический специальный кран – единственный в акционерном обществе «Апатит», настолько оснащен электроникой. Безопасен и способен опускаться вглубь ствола на 322 метра до 68-го горизонта. Кстати, принимал участие в строительстве дробильного комплекса «ГС-2». Такой мощный, грузоподъемность у него большая, кабина огромная. И когда ты оказался наверху, и все, что было больше тебя, и стало такое маленькое, как таракашечки какие-то. То есть чувствуешь себя таким ответственным человеком. Ответственность на управляющем краном действительно большая, ведь техника работает с разными грузами. От мешка с метизами до горных машин. И хотя машинисту помогает электроника, он видит на экране вес груза, глубину его спуска. Человеческого профессионализма никто не отменял. Марина Дегтярева соглашается. Работа у нее серьезная. Впрочем, как и любая другая на предприятии, где каждая профессия – звено одной производственной цепи.